Привет, любитель фотошопа! Сегодня мы научимся делать такой стильный портрет. Поехали! Создаем новый документ. Файл «Создать». С размерами 1000 на 1000 пикселя. Разрешение 150. Сделаем заливку градиентом. Разблокируем слой, нажимаем на замочки в панели слоев и двойным кликом по слою открываем меню слоя. Здесь ставим галочку «Наложение градиента». Градиент выбираем от черного к белому и ставим галочку «Инверсия». Стиль выбираем радиальный. Угол 30 градусов и масштаб 100%. Нажимаем «Ок». Далее выбираем инструмент «Горизонтальный текст». Белый, шрифт «Elephant», размер 454. Пишем букву Z, так как фамилия девушки начинается на эту букву. Выставляем посередине и заходим в стиль слоя. Двойным кликом по слою с текстом. Ставим галочку «Выполнить обводку». Размер 4 пикселя. Положение снаружи. Непрозрачность 50%. И цвет нужно выбрать серый из нашего фона. Поменяем шрифт на «Elephant», так как он у нас сбился, когда мы писали букву. Выставляем посередине. Переходим в портрет. Идем в меню «Изображение», «Вращение изображения», «Отразить холст по горизонтали». Выбираем инструмент «Быстрое выделение». И в верхнем меню нажимаем кнопку «Выделить предмет». После того, как Photoshop выделит девушку, в верхнем меню нажимаем кнопку «Выделение и маска». Еще это можно сделать через меню «Выделение». «Выделение и маска». Или нажав сочетание клавиш Alt Ctrl R. Далее корректируем выделение в области волос и ресниц. После уточнения краев выбираем меню «Вывод в слой маска». Нажимаем «Ок». Инструментом перемещения перетягиваем девушку в наш документ. Уменьшаем и подгоняем по размеру и положению. Дублируем слой с девушкой. На дубликате нажимаем на иконку с цепочкой, дабы разорвать связь с маской. Удаляем маску. В меню выбираем «Удалить». Далее идем на слой с текстом. Из зажатой клавишей Ctrl кликаем правой кнопкой мыши по иконке текста в панели слоев. Мы получили выделение буквы Z. Переходим на самый верхний слой с девушкой и нажимаем иконку с маской. Таким образом мы получили маску в виде буквы Z на слое с девушкой. Далее с зажатой клавишей Ctrl кликаем по маске первого слоя с девушкой, чтобы сделать выделение девушки. Отключаем этот слой с девушкой. Выбираем инструмент «Карандаш» с жесткими краями и непрозрачность 100%. Переходим на дубликат данного слоя. Далее прорисовываем по контуру лицо. Здесь внимание! Карандаш,
которым вы зарисовываете, должен иметь именно белый цвет, а не светло-серый или еще какой-то. Проверьте в вашей палитре. И последний штрих – это подпись имени и фамилии девушки. Цвет текста советую выбирать из тех цветов, что есть уже на нашем портрете. Все, портрет готов.